Физкульт, привет, друзья и ученики! Сегодня я расскажу вам о трех самых важных добавках для натурального атлета. Для здоровья, для роста массы и силы. И многие из вас будут удивлены, что в них не входят ни креатин, ни глютамин и даже мои любимые БЦА. О чем же речь? На первом месте, как вы уже знаете из моих предыдущих роликов, самая важная добавка для всех, как для натурально тренирующихся, так и людей, сидящих на фармакологии, это витамины. Да, в современной пище нам с вами не хватает витаминов. Следующая – это добавка омега-3,6,9. Именно в такой композиции, в таком составе эти жиры семейства омеги усваиваются лучше всего и полезны для нашего организма. Также не забывайте следить за тем, чтобы это были качественные жиры. И третья добавка – это коэнзим Q10. Друзья, это шикарнейшая добавка, крайне важная для организма. Если у вас есть родители, бабушки и дедушки, также покупайте им эту добавку. Эта добавка содержится, вернее, это вещество, коэнзим Q10, содержится в каждой клеточке нашего организма. И, как вы понимаете, в связи с экологией, в связи со всем тем, что происходит в мире, ее крайне не хватает. Вы будете получать огромную пользу именно от этих трех добавок. Все остальное не имеет значения, если вам не хватает витаминов, если вы недополучаете жиры семейства омеги и если вам не хватает коэнзима Q10. Друзья, вы все прекрасно знаете уже, что я готовлю Таню с канала T-Gym к серьезным соревнованиям и Жанну. Это будут действительно серьезные соревнования IFBB Федерации. Называются они Орландо Европа. Ежегодные соревнования. И вы увидите на моем канале и на канале Тани всю нашу подготовку. Как мы тренируемся с железом, какое кардио мы делаем, как мы питаемся, какие добавки употребляем. Конечно же, вы увидите всю подготовку к соревнованиям, а также как мы готовим позирование. Позирование – очень важный момент в подготовке. Зачастую оно даже лучше, чем кардио. И все мои знакомые, а в первый раз Шэнди Ортис IFBB Pro, будут обучать наших девчонок позированию. Позирование – очень-очень важный момент. Друзья, оставляйте свои комментарии, вопросы в комментариях. Можете ставить дизлайки, можете ставить лайки. Не обязательно подписываться на канал. Самое главное, получайте пользу от тех видеороликов, от той информации, которую вы находите в сети. А мы с вами увидимся в следующий раз в тренажерном зале. Пока!